Ну а если ты любишь играть в мобильные игрушки, тогда успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! Меня зовут Алексис, и сегодня мы с вами поиграем в крутую игру, которая называется Save the Town. А вот эти вот ребята попали в это видео, так как написали много хороших комментариев. Ты тоже сможешь попасть в следующий ролик, если поставишь лайкосик и напишешь какой-нибудь комментарий. Ну а мы нажимаем Tap to Play, ребятушки, и посмотрите, что это такое на нас тут бежит. Ну давайте мы его подстрелим вот таким вот легким способом, и тут появилось еще 3 монстрика. Ребятушки, ничего себе, мы должны их всех с вами уничтожить. Я так понимаю, что у нас начался какой-то, ребятушки, зомби-апокалипсис. Так, получай, получай, получай. И мы, в принципе, их раскидали. Так, отлично. Но это мы еще не до конца прошли. Ничего себе. Нам сейчас нужно сделать выбор. Спасти Сина, либо Тефани. Ну, давайте мы спасем лучше Сина, ребятки. Нам здесь игрушечка подсказывает, что нужно использовать бомбу. Бом, ёшкин кот Макарёк, ребят. Посмотрите, мы их всех уничтожили. А теперь нам нужно дать ему руку помощи. Отличненько, попадаем по зеленой отметочке. И первая миссия у нас выполнена. Какая же крутая игра. How can I thank you? Как я могу тебя отблагодарить? Ну, давай вот выберем первый вариант. Говорит, ты в безопасности, и этого достаточно. Короче, ребятушки, буду максимально переводить, как только могу. Итак, мы прокачали нашу пушечку. Теперь она стала немножечко получше. И сейчас на нас нападают какие-то аманкасики. Ребят, давайте мы их тоже поуничтожаем вот таким вот образом. Все, до свидания. Вы что вообще здесь делаете на нашей планете Земля? Так, перезаряжаемся, ребятки. И наша бомба снова активировалась. Бум! Смотрите, какая... котлета получилась, да, со всех этих аманкасов. Так, снова целая куча толпы. Так, ребятушки, ну, давайте, наверное, спасем, ну, смотрите, малышку. Ну, я бы хотел, конечно, спасти малышку, но нужно смотреть видосик, ребят, поэтому придется спасать вторую девушку. Так, давайте мы их подстрелим. Это, конечно, очень печально, то, что мы не спасли маму с ребенком. Воу-воу-воу-воу-воу, это что такое, ребята? Это что, что за какие-то монстры такие мощные? Они прям, в принципе, сейчас уже догонят эту девочку. Хотя, ребятушки, мы ее спасли. Where are we going? Куда мы направляемся? We are going to the safe house. Мы направляемся в безопасное место. Блин, ребят, какая же крутая игра. Кто захочет вторую часть, обязательно пишите об этом в комментариях. Я обязательно сыграю еще раз в эту вот игрушечку. Ребят, мы сняли с вами этот дом. Получается, на сколько? На какое-то там время. Да, вот у нас есть, смотрите, домик вот такой вот прикольненький. И мы здесь можем с вами что-то улучшать. Давайте мы, например, ну, за 50 долларов что-то здесь улучшим. Только я не понял. А, нет, это мы, получается, просто взяли 50 долларов за какое-то вознаграждение. Ну, ладно, мы можем еще использовать вот эту вот пушечку, если посмотрим видосик. А давайте мы это сделаем. Я посмотрел видео, и вы только гляньте, какая у нас появилась пушечка. Ну, сейчас мы ее протестим, конечно же. Вау, это что за монстр был с какими-то гранатами? Гранатами прям на меня бежал. Ребятушки, мне кажется, что меня немножечко накололи, потому что мне дали другую пушку. Я посмотрел вообще две рекламы. Окей, мы, конечно, будем с вами спасать того парнишку, который, получается, нам меньше денег дает, но просто мы тогда не смотрим рекламу, ребят. Я просто не хочу смотреть рекламу, я и так только что посмотрел две рекламы. Это что за статуэтки такие? Пожалуйста, побыстрее. Ну, нам, по крайней мере, кричит этот вот парнишка. О, мы еще бомбу бросили в них, этих монстриков. И все, мы их расстреляли. Так, даем ему руку помощи. Отлично, еще одна миссия выполнена. И нам предлагают здесь открыть коробочку, и мы зарабатываем, в принципе, 50 долларов. Ребятушки, давайте мы с вами, может быть, прокачаем нашего парнишку. Смотрите. Так, давайте вот так вот. Мы можем вмещать уже, получается, вот сколько? 5 человек. Да, ого! То есть, со временем мы можем вмещать в нашу машину 5 человек, дальше увеличиваем скорость, ну еще и заработок мы тоже прокачаем, и все, в принципе, это все денежки, которые, ребятки, у нас с вами есть. Ого, это что за монстр такой, смотрите, ребятки, что это вообще такое? Это какая-то курица большая, ну мы сейчас ее подобьем, ой-ой-ой-ой, мы ее уничтожили, и стало, в принципе, ну, получается, из одной появилось 4 курочки. Так, окей, сейчас нам нужно кого-то спасти, нам нужно сделать... Ребятки, нам нужно сделать выбор, либо человека, либо собачку. Ну, блин, я бы, конечно, хотел спасти собачку, но давайте мы спасем человека, а еще того, который из бомбы нужно в первую очередь, ребята, подбить. Давай, давай, давай. Яху!
и все, они все взорвались. Так, это у нас снова идут аманкасики. И, кстати, ребятушки, по картинке, по логотипу этой игры на нас будет потом еще нападать громаднейший зомби-мутант. Я вот жду с нетерпением, чтобы он уже на нас напал. Очень сильно хочется на него посмотреть. Так, it's now or never. Типа сейчас, либо никогда. Давай, запрыгивай. Отлично. Что она сейчас скажет? I was alone. Так, are my friend okay too? Мои друзья тоже в безопасности, мы пишем. И мы давайте ответим. Конечно, они все в безопасности. Мы с вами их всех спасли. Босс батл, ребятушки, наконец-то босс. Ну это какой-то аманкасик, в принципе, босс. Я надеялся, что будет какой-то другой босс. Ладно, давайте, ребятушки, будем его гасить. Сначала уничтожаем этого босяку, потому что он очень близко подходит. Он уже практически возле нас, и... Яху! Последняя пуля, ребятки, его уничтожает. Отлично. То есть мы босса с вами уничтожили, а остальных... Что, остальные сами погибли? Ну, прикольно, прикольно. Окей, мы можем поменять себе машинку на вот эту вот машинку. Если посмотрим три видосика, не-не-не-не-не, это очень долго. Давайте мы лучше с вами, ребятки, получим денежки вот дополнительные. Еще прокачаем скорость. И еще мы можем прокачать с вами вместительность. Да, вместительность, я вообще не знаю, зачем я ее прокачиваю. Так, зомбари! За нами гонятся зомбарики. Ого, ребятки, мы сейчас их уничтожим. Давай-давай-давай, получай, получайте, зомби. Зомби-мутанты. Так, они уже, ребятки, скоро будут возле нас, но мы бросаем бомбочку, и они разорвались. Да, отлично. И сейчас нам снова нужно сделать нелегкий выбор, ребят. Посмотрите. О, какие-то летучие мыши. Давайте мы спасем этого вот парнишку. I can't believe it. Так, вот смотрите, снова лазерная пушка. Ребят, я посмотрел два видоса. Мне эту пушку не дали. Поэтому сейчас я, конечно, тоже не буду, ребятушки, смотреть видео. Так, а этих летучих мышей, ребятки, мы с вами поперебиваем сейчас. Получите, получите. И вот еще последнее осталось. Да, это, наверное, какая-то самая мощная. И мы сами уничтожили с помощью наших этих, как его, с помощью нашей бомбы. Но тут еще подлетели пацанчики, которых мы тоже быстренько раскидали. Так, ну что ж, пацанчик, давай мне руку помощи. Опа, есть, все, мы его спасли. Отлично, и как обычно он сейчас что-то нас просит. Why is this happening? Почему это происходит? Успокойся, все хорошо, ты в безопасности. Отлично, мы его, ребятки, утешили и подъезжаем в ганшоп. Это у нас магазин оружия. Следующее оружие, которое мы с вами можем купить, 2000 долларов? Вы издеваетесь? Да где я вообще такие деньги возьму? Это просто невозможно. Так, новые монстры, ребята, на нас нападают. Окей, давайте мы их тогда раскидаем с вами аккуратненько. Получайте, 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 монстрички. И... подождите, подождите, еще по одному. Есть! Ребята, вот он! Вот этот монстр, посмотрите на него! Ёшкин кот, давайте мы бомбочку просто сюда вот бросаем и... Ой... Мы погибли, потому что мы не успели, ребята, с вами его уничтожить. Да, я слишком долго ждал. Но ничего, я думаю, что в другой раз мы с вами его обязательно уничтожим. Подождите, а где вообще он? Ребятки, где тот монстр? Смотрите, здесь только летучие мыши и все. Ну ладно, давайте мы их тоже раскидаем, этих летучих мышей. И последнего. Так, на, получай. Сейчас, по-моему, тот монстр должен появиться. Или нет? А, нет, ребятки, наверное, что в следующей миссии этот монстр должен обязательно появиться. Так, мы берем быстренько эту девочку. Мы ее спасли. You're my hero. Ты мой герой. You have a nice truck. У тебя очень красивый truck. Ну, truck это получается автомобиль. Короче, safe house. Ребятки, мы ее помещаем в безопасное место. Итак, давайте вот так на одну минутку. Мы, получается, всех берем на одну... минуту, короче, ну ладно, ладно, ладно. То есть тут 4 пацанчика. Ну да, 4 чувачка мы с вами, получается, спасли. Так, аманкасики на нас нападают. Ребят, обидно то, что мы не смогли уничтожить того босса. Но я думаю, что это не последний босс, которого мы сегодня с вами одолеем, конечно же. Так, аманкасики, уйдите отсюда. Давайте мы бомбочку бросим, конечно, вот этого последнего, самого мощного. А что сейчас будет? Сейчас, наверное, еще больше манкасиков будут на нас нападать. У нас снова выбор, кого ты спасешь? Ну, конечно, мы спасем бесплатного чувачка. Так, все, давайте, ребятки, подобьем этих монстриков. Ушли отсюда, на, держите бомбу. Бам, отлично, incoming. Монстры наступают. Так, ну ладно, мы сейчас их перебьем. Они даже не поняли, что происходит. Мы прям через них проехали. Отлично, мы спасли еще одного пацанчика. То есть, это уже получается пятый, да, кого мы спасли. Но у нас вместительность на 6 человек. Can we rescue my family next? Можем ли мы спасти потом мою семью? Конечно, можно. У нас всегда есть выбор. Либо мы можем отказать вот этим вот нашим товарищам, либо мы можем, в принципе, согласиться с ним. Итак, ребятушки, и сейчас у нас будет босс-файт. Ну, хорошо. Сначала мы уничтожаем летучих
летающих мышей. Пока я бомбочку пока еще хочу приберечь. Ребятки, на босса. Посмотрите, сколько их здесь. Ёшкин кот. Очень много. Так, монстрики. Давайте, подходите сюда поближе ко мне. Отличненько. Получайте, получайте, получайте. И, ребятки, у нас тут еще будет где-то босс. Вот он, ребятки, вот босяка бежит. Босяка, смотрите, какая мощная. Получай. А вот сейчас мы его уничтожили. Да, отлично. Со второго раза. Ну, это, наверное, какой-то другой босс. Потому что того босса, ребятки, мы не одолели. You are amazing. That monster almost eat me. Тот монстр почти что меня съел. Не волнуйся, ты в безопасности. Мы от него удрали. Короче, все, мы, ребятки, спасли еще одного человечка. Воу, это что такое вообще, ребята? Это мега мощный босс. Он бросается какими-то этими зомбарями в меня. Нам нужно не только, получается, в него стрелять, но еще и в тех зомбарей, которыми он бросается. Так, давайте будем в голову ему стрелять. Так, получай, 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 получай. Блин, 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 вот сюда, вот сюда, вот сюда нужно стрелять. Так, отлично, ребятки, мы должны его уничтожить. Давай, ё-моё, он подошел к нам. А нет, 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 мы его уничтожили, ребят. Мы уничтожили этого громадного босса. И это очень круто. Ребятушки, я думаю, что на этом все. Видео я буду заканчивать. Кому понравилась эта игрушка, кто ждет вторую часть, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был я, Алексис, всем удачи и пока!